Що робити, коли життя перетворюється на коло проблем? Після всього, що ти зробила, я просто ненавижу. Тебя ненавижу! І чи зможе невістка порозумітися зі свекрухою? Вот этими руками удушу! І тебя, і твоїх щенят! Останні кілька років для 22-річної Ганни Логінової були дуже важкими. Молода жінка втомилася від непорозумінь у родині і не знала, як жити далі. Ань, ти що, оглохла? Та стой, поговорити треба. Пусти мене. Между прочим, я теж маю право, як отец. Якщо захочу... Захоти, а зараз убирайся к чорту. Ну, Аня... После всего, что ты сделал, я просто ненавижу. Тебя ненавижу! Дура упрямая! Я же как лучше хотел! Стой! Стой! Ну? Как это называется? Здрасте. Нет, ты мне скажи, как это называется, шлюха ты подзаборная! Да не кричите вы, Людмила Васильевна. Перед соседями неудобно. Да тебе не перед соседями, а передо мной должно быть неудобно. Что вылупилась? Не стыдно мне в глаза смотреть? За что? Что я вам такого сделала? Что? А ты думала, я буду терпеть, что происходит? Мало того, что ты влезла на шею моему Сергею, еще своих байстрюков туда же усадила. Наши отношения с Сережей вас не касаются, понятно? Меня? Меня все касается, я мать. А ты кто? Плюнуть и растереть. Понятно? Да. И вздумаешь пожаловаться моему Сергею? Вот этими руками удушу. И тебя, и твоих щенят. Чего опять случилось? Вот идиотка старая. Была бы она моей свекровью, я бы ей устроила сладкую жизнь. На, выпей. Спасибо. Что случилось? Чего она опять прибегала? Ты, наверное, знала, что Сережа мне машину покупает. Вот и бесится теперь. Машину? Круто. Ага, круто. А четверо детей – это не круто, нет? С ними ни в больницу, ни в магазин, никуда нормально не сходишь. Один туда бежит, другой туда бежит. Ой, тут я тебя понимаю. У меня одна и то. Я ее вечером пока уложу, ни ног, ни рук не чувствую. Ой, сейчас моя любимая передача будет начинаться. Можно я хоть одним глазком гляну? Вот, семейные мелодрамы. Я ее так люблю. Слушай, Света, ты действительно думаешь, что это все правда? Конечно. Такое ни один писатель не придумает. А сыграть? А? Я клянусь тебе, тут и истории героя настоящие. Ганна вже не знала, де шукати поради та підтримки. Тож слова подруги запали їй у душу. Увечері, вклавши дітей спати, жінка знайшла сайт проекту «Сімейні мелодрами» і написала до редакції листа. Я сделала огромную ошибку, когда влюбилась в красивого одноклассника. Толик мне казался самым лучшим, самым умным, самым добрым, пока в 11 классе не узнал, что я забеременела. После этого он сразу же переехал к своей тетке в другой город и перестал отвечать на мои звонки. Не хотел говорить тебе так вот, спонтанно. В общем, я уезжаю в Одессу. Как? А как же мы? Я мне тесно в этом городе. И дам тебе один совет. Забудь меня как можно раньше. Так будет лучше обоим. Толик, подожди! Куда ты идешь? Сережа тоже был моим одноклассником, но все годы в школе я видела в нем только друга. Пока однажды я не осталась сама с новорожденной двойней на руках.
Единственный, кто не отвернулся от меня в тот момент, это был Сережа. Он меня очень поддержал. Помогал, чем мог. Хотя это и не нравилось его матери, Людмиле Васильевне. Невдовзі Ганну запросили до офісу сімейних мелодрам. І жінці довелося знову згадувати події зі свого життя. Ви говорите, Сергій підтримав вас, а що саме він зробив? Ой, да много чего он сделал. Он с детьми гулял постоянно, в больницу с ними ходил. Помогал готовиться мне к экзаменам. Очень много всего. Ой, слушайте, Анечка, какой молодец ваш Сергей. Да, я ему благодарна за это. Вы знаете, дело в том, что моей маме приходилось очень много работать, чтобы нас прокормить. Сами понимаете, два ребенка маленьких, я одна. Это очень сложно. Ну, а Сергей хотя бы объяснил вам, почему он так поступает? Да, объяснил. Он сказал, что любит меня и даже замуж позвал. Ну, а вы? А что я? Тогда он был для меня только другом. И тем более после предательства Толика я не могла верить другому мужчине. Ань, а что-то Сережки давно не видно. Вы что, поссорились? Да нет, просто... Что, опять замуж звал? Угу. А ты что? Ань, да ты уже определись, что ли? Так же ж нельзя. Сколько можно папе голову морочить? Мам, ну не люблю я его. Так скажи ему об этом. Пусть он как планировал, едет в Киев, поступает, учится. А то ты со своими люблю-не люблю, дождешься, пока он и себе, и тебе жизнь сломает. Я тогда солгала, что Сережа мне не нравился. Нравился. Очень нравился. Но я же понимала, что не имею никакого права вешать на него свои ошибки. Кроме того, он почти с 5 класса готовился поступать в Киевский университет. И если бы он отказался от своей мечты ради меня, его мать бы мне этого точно не простила. Ганна вирішила будь-що переконати закоханого в неї хлопця не відмовлятись від своїх планів і їхати до Києва. Дівчина була впевнена, що чинить так заради нього. Сереж, ти розумієш, це ж Київ. Це університет. Ти наконец-то від матері своєї відриєшся. Станеш свободним, независимим. Ти поймеш, як це бути столичним жителем. Да не хочу я нічого розуміти. Да как это не хочешь? Это же была твоя мечта. Быть рядом с тобой, видеть тебя, Злату, Данила, вот моя мечта теперь. Прости, Сереж, но это невозможно. Почему? Что бы ты для нас ни делал, ты всегда для меня будешь хорошим другом. И что, у меня нету шансов вообще? Ты хочешь сказать, ты до сих пор любишь этого урода, да? А если даже люблю, то что тогда? Ну как? Почему? Ну и черт с тобой. Я соврала, чтобы Сережа уехал. Но что я чувствовала тогда, в тот момент, и как жила? Пока он был в Киеве, об этом лучше не знать никому. Відколи Сергій поїхав, минуло 3 роки. Увесь цей час Ганна жила лише дітьми і вже навіть не сподівалася владнати особисте життя. Все, уложила. Спят. Колобка я несколько раз перечитала, пока вы с папой угомонились. Ань, ты сходила бы куда-нибудь, развеялась, а я доглажу. Куда я пойду? Что ты выдумываешь? А? Ну, в кино или на танцы. Ну, откуда же я знаю, куда сейчас молодежь-то ходит? А мне откуда знать? Ань, ты хорошая мать, но нужно же и о себе подумать. Ты посмотри, твои подружки уже давно все замуж повыходили, а ты... Что, так и собираешься всю оставшуюся жизнь ради детей жить? Мам, ну ты чего такое говоришь? Кому я нужна, да еще с детьми? Да и мне-то особо никто не нужен. А... Сережка, не знаешь, он там в своем Киеве еще не женился? Мам, я его 2 года практически не видела. Откуда мне знать, может, и женился? Неужели ты о нем совсем не жалеешь? А чего мне жалеть, мам? Конечно. Я жалела каждый день, каждую ночь. Но признаваться в этом даже матери не хотела. А зачем? Прошлого не вернешь.
Так что мне оставалось только вспоминать и ни на что не надеяться. Та жінка не знала, що доля вже приготувала для неї сюрприз. Ань? Сережа? Анька! Что ты тут делаешь? Я ничего, просто приходила. А ты что? Да ничего. Как у тебя дела? Не женился еще? Нет, нет. А ты ж, как у тебя дела? А как у меня дела? Хорошо у меня дела. Твои, что ли? Слушай. А подросли-то как? Да, подросли. А что ты смотришь? У меня нет кольца. Уже нет. Уже. А у тебя? Ну, тоже, как видишь, нет. Мама! Злата, Дотя, на грабельки. На, мама, грабельки. Ой, а что у тебя тут? Что, ручку? Извини, пожалуйста. Аня. А? А давай сегодня вечером куда-нибудь сходим? Что ты скажешь? Ну, давай. В 6. Хорошо, возле арки. Хорошо. Я свожу тебя в самый дорогой ресторан в этом городе. Здесь же есть такие, да? Да. Тогда до вечера. Давай. Мне было приятно, что Сережа пригласил меня в ресторан. Но еще приятнее мне было от того, что я увидела. Он тоже скучал по мне. Правда, чтобы избежать разочарования, я для себя тогда решила. Это будет не свидание, а встреча двух друзей. Час у ресторані промайнув непомітно. Ганна з Сергієм ніяк не могли наговоритися. Ти представляєш, я тільки от, коли подав заявлення на розвод, тільки тоді почувствував себе чоловіком. А ви довго в місті жили? Ну, вже майже рік. Що ж, тобі так не повезло з жінкою? Ні, чому? Ларка, вона дуже хороша, відзивчива, але... Я ее не люблю. Просто очень тяжело жить с человеком, которого не любишь. Давай пойдем. Не, подожди, если это из-за Ларки, то не переживай, мы скоро разводимся. И нас ничего не держит. У нас даже детей нет. А меня дома дети ждут, поэтому мне нужно домой. Я понимала, что в Киеве Сережа может жениться. Да, и сама не раз ему об этом говорила. Но когда он именно так и поступил, поняла, что ревную. Даже услышав о будущем разводе. Аня, осторожно, здесь ступеньки очень скользкие. Я сама. Знаешь, и провожать меня тоже не стоит. Осторожно. Ой, прости. Ту ночь я провела в квартире Сергея. Хорошо, что его мать как раз была в санатории. После чего Сережа уехал в свой Киев, но я снова убедилась, что ничего просто так не бывает. Анечка, мы с детьми на улицу. А ты, пожалуйста, вытащи с машинки белье и убери на кухне. Угу. Так, детки, ну-ка подождите меня. Что случилось? Ничего. А из-за чего ж тогда ревела? Признавайся. Я не ревела. Ну да, не ревела. Признавайся. Что уже произошло? Да ничего не произошло, мам. Вон локтем об тумбочку ударилась. Знаешь, как больно. Локтем? Это хорошо. Это значит, какой-то неженатый парень вспоминает. Аж целых два. Ты не бойся, что пока ты тут женихов не подбираешь, малые коридоры разнесут. Есть. Ладно. Если что, мы на площадке. Мобильник не беру. Мы ненадолго. Хорошо. Моя мама чудесная женщина, но если бы она узнала, что я опять залетела, она бы меня просто убила. Поэтому я твердо решила избавиться от этого ребенка. И даже Сереже ничего об этом не говорить. Тем более я уже знала, что бывает с мужчинами, которые слышат о беременности. Засмучена Ганна вже йшла до лікарні, щоби позбавитися небажаної дитини. Та вчинити наперекір долі їй не вдалося. І знову все змінив випадок. Ань! Анечка! Сережа? Ти откуда здесь? Ань, я розвелся. Я тепер один. Представляєш, я свободен. Поздравляю. Анечка.
Сережа, отпусти, не трогай, ну люди же смотрят. Анечка, я соскучился по тебе. Хорошенькая моя. Да не твоя я, Сережа. Ну, пока что не моя, но скоро будешь моя. Я перевелся на заочное в Киев и теперь приезжаю в город, в родной город навсегда. И теперь я не поверю ни одному твоему слову. Ну, я все сделаю, но ты же выйдешь за меня. Ну, я ведь чувствую, ты любишь меня. Я усыновлю твоих детей. Да я... ты со своими разберись. Какими своими? У меня нет детей. Есть, Сережа, есть у тебя дети. Я беременна, понимаешь? Я в больницу шла аборт делать. Я думала, что ты бросишь меня. А, Анька, поехали со мной. Поехали. Да. Поехали, Аня. Что ты? Поехали, поехали. Садись в машину. Садись. Мати Сергія вже давно недолюблювала Ганну, тож від цієї зустрічі дівчина не чекала нічого доброго. Мам? Привіт. Сын, что ж ты не позвонил, что приедешь? Я бы обед подогрела. Ну ничего, у меня все есть, что ты любишь. И котлетки, и борщик твой любимый. Мам, успокойся со своим борщом. Присядь. Что, Сережа, сыночек, случилось у тебя? Здравствуйте, Людмила Васильевна. Ну, здравствуй. Мам, я... женюсь. Опять? Ну, почему опять? Теперь на всю жизнь. Ты знаешь Аню. Вот, прошу любить и жаловать. Я не поняла, что значит женюсь? Вот именно. А у меня ты спросил? О, вижу, вы споетесь. Да ни за что. Сыночка, Сережа, зачем она тебе и двое ее вылупков? Мама, я люблю Аню и люблю ее детей. Да что ты за мужик у меня такой? Ты что, инвалид или калека? Да ты своих можешь иметь. Кстати, своих. Мам. Ань, давай скажем о том, что ты... Не может быть. Нет. Может. Хотите вы этого или нет, но я жду ребенка от вашего Сережи. Сережа, сынок, это не твой ребенок, не верь ей. Что значит, это не его ребенок? Мам, что ты такое говоришь? Ты бессовестная! Шляешься непонятно где, а тебе, Сережа, потом воспитывать этот выводок! Мама! Так вы все-таки вышли замуж за Сергея или нет? Да, вышла, но его мать мне до сих пор этого простить никак не может. Даже после рождения ребенка? Да, даже после того, как я двоих родила. В смысле? Ну как, у меня опять двойня родилась. У вас две пары двойняшек, не может этого быть. Да, она тоже сказала, что не может быть. Мало того, она сказала, что у них в роду нет ни близняшек, ни двойняшек. И будто я этих детей тоже нагуляла. Вот именно так она вам и сказала. Да, она сказала это и мне, и Сереже, и моей маме, и соседям. Просто всем рассказала. Да она жизнь нашу в ад превратила. Привет. О, привет, Ань. Знакомься, пожалуйста, твоя тезка. О, здравствуйте. Ты знаешь, очень интересная история. Поработаем? Да. Так, Злата, развиваемся. Ваза где у вас? Сейчас, я вам дам, сейчас. Подержите. Что? Довольная, да? Думаешь, все получилось? Вот теперь уже он твой. Да нет. Я ему все-таки открою глаза. Кто-то есть такая. Данил, Злата, а ну прекратите бегать. Чего ты на них орешь? Пусть тебе дурачится. Ну ты посмотри, как они выглядят. Я утром только все погладила. Ну как они выглядят? Как дети. Угу. Ты вспомни нас в их возрасте. Мы что, себя лучше вели, что ли? Да, лучше. А ты помнишь, как ты в 5 классе в школу без юбки пришла? Помню.
Это мама меня подгоняла, вот я не успела одеться. А вы потом смеялись надо мной все время. Ну, что ты дуешься? Смешно же было? Да. Привет. Что? Гуляете? Она здесь делает. Мама, а что ты здесь делаешь? Тебе не все равно? Мне кажется, с тех пор, как ты с этой девкой связался, тебе вообще наплевать на родную мать. Мам, ну что ты начинаешь? Да не начинаю! Я хочу глаза тебе открыть. Понимаешь, я люблю тебя. Ты мой единственный сын. Я переживаю за тебя. Стоп. Аня, пожалуйста, подойдите к гримеру. Ань, поднимите, пожалуйста, голос, чтобы мне было удобно. 5 минут перекура, никто никуда не разбегается. Анечка, перестаньте все время плакать, у вас уже грим потек. Я не могу, просто я как вспомню, все именно так и было. Ань, выпейте, успокойтесь, пожалуйста. Это всего лишь кино, это не ваша реальная свекровь. Зачем на нее так реагировать? Вы правы, это просто... Она так на нее похожа. Я не представляю, как вы умудряетесь так снимать. Здесь же все как в жизни. И даже женщина, которая играет мою свекровь, она один в один на нее похожа. А мне снова переживая все эти чувства, на самом деле легче становится на душе. Ань, пойдем домой. Злата, Данил, идите сюда. Да ты что, ослеп, что ли? Или эта гадина тебя чем-то опоила? Мама, уйди! Ты на меня не кричи. Ты лучше сам подумай, откуда у тебя двойнята? Как это может быть? Мама, это мои дети. Как же? Твои? Небось, опять только постарался. А Сереженька у нас добрый. Сереженька готов и чужих детей кормить. Да ты посмотри хотя бы. Да ни один же на тебя не похож. Ну ни капли ж не похож. Зрештою, зусилля свекрухи почали давати перші результати. Давай, мой ручки і сиди за стол, кушать будем. А діти где? Мама забрала їх. Сказала, що іноді нам треба бути і одним. Правда, вона в мене молодець? А ты чего такой грустный? Что-то случилось? Нам надо поговорить. О чем? Ты когда последний раз с Толиком виделась? Толика? А что такое? Просто ответь мне. Ну, давно, а что? Ну, когда давно? Насколько? Ну, года два, так точно. А что произошло, Сереж? Просто, понимаешь, я думаю. И мама говорит, что у нас никогда в семье не было двойняшек. Ты что думаешь? Да я уже не знаю, что мне думать. Ну, слушай, ну, у меня в семье тоже никогда не было ни близняшек, ни двойняшек. Ты что думаешь, что Маша и Миша не твои дети? Да я... Ну что ты придумываешь? А ну посмотри, они же копия тебя. Твой носик, глазки, ушки твои, а? Ну и Машка улыбается так же, как и я. Угу. Да, и нос она так же мосит. Ну я тебе о чем? Ой, так, все, давай кушать. Да, жаль, что я тогда не посчитала мать Сергея серьезным противником и не постаралась как-то изолировать ее от нашей семьи. Казалось, главное, что Сережа меня любит и верит мне, но как получилось, я недооценила эту женщину. Жінка вже втомилася боротися за спокій у своїй родині. Та вона не знала, найстрашніші випробування ще попереду. Сереж, що за шутки? Що за дитячий сад? Який ще Сережа? Ти? Привет. Не ожидала? Мои? Ага, твои. Твои скоро в школу пойдут. Ну неужели мы столько не виделись? Да, много времени прошло. А ты ничего так, похорошела даже. Что тебе от меня надо? Да ничего особенного. Решил узнать, как живешь ты, чем занимаешься.
С каких это пор тебя начала волновать моя жизнь? А что в этом странного? Мы еще недавно были вроде друг другу совсем не чужие люди. Вот именно, были. Очень давно. Ань, ну куда ты? А поговорить? Да некогда мне с тобой говорить, мне детей кормить надо. Ну ладно, давай вечером встретимся, посидим где-нибудь. То да сё. Ты знаешь, я думаю, что моему мужу это не очень понравится. Особенно то да сё. И вообще он ревнивый. Появление Толика в моей новой жизни меня совершенно не обрадовало. Ну и не напугало. А зря. Что? Щоб не нервувати чоловіка, Ганна вирішила приховати від нього випадкову зустріч зі своїм шкільним коханням. А ти слышала, що в місті Толік об'явився, говорять? І що з того? Ну нічого, Міша мені позвонив, пригласив на мальчишник. А який ще мальчишник? Толік буде праздновати п'ятиліття окончання школи. А чому я нічого об этом не знаю? Ну там будуть одні парні, ну, що, посидимо, вип'ємо півка, там тачки пообсуждаємо. Теолог, да? Я надеюсь, ты не собираешься туда идти? О, почему нет? Я что, не мужик, что ли? Или ты боишься, что я твоего бывшего Харина чищу? Ничего не боюсь. Просто мне казалось, что... Пожалуйста, не нервничай. Я пить не буду, я за рулем. Так, просто посижу, посмотрю, кто кем стал. На часик, пожалуйста. Я знала, что ничем хорошим это не закончится. И как в воду глядела. Поки Сергій був на зустрічі з однокласниками, серце Ганни ніби перечувало біду. Чого так быстро? Что, скучно без девушек было, да? А ты что делаешь, Сереж? Что-то случилось? Ухожу от тебя. Но почему? Сама знаешь почему. Нет, я не понимаю. Надо поговорить. Идем. Отпусти меня. Я тебя прошу, не пугай детей. Разбудишь. А теперь объясни, что случилось? Ты опять мне врешь? В смысле? Ты встречалась с Толиком. И не один раз. Да, встречалась. Один раз. Чего ты мне врешь, а? Ничего я не вру. А почему ты мне не рассказала? Да потому что я знала, как ты отреагируешь на это. Пойми, ничего не было. Мы поговорили буквально 2 минутки и все. Тем более, ты же знаешь, что после того, что сделал Толик. Не ври мне. Скажи, Маша, Миша тоже от него? Что? А то, что у Толика в роду двойня, это обычное дело. У него родился брат, двойняшка. И что, он сразу умер после родов? Хочешь ли ты сказать, что... А ты знаешь, мама была права. Эти дети все твои, а не его. Какой же я был идиот. Сереж. Я ухожу от тебя. Не знаю, что Сережа наговорил Толик на этой чертовой встрече, но то, чего я боялась, произошло. Моя семья распалась. При этом я осталась уже не с одной двойней на руках, а с двумя. На щастя, Ганну завжди підтримувала її мати. Так і того разу молода жінка сподівалась на її пораду. Мама, знайшов. Що мені тепер робити? Доча, ти впевнена, що Міша і Маша – діти Сергія? Мам, ну, звісно, впевнена. Ти чого? А чиї ж іще? Ну, просто понимаешь, у нас в роду никогда ничего подобного не было, и у него. И что это меняет? Может быть, я больная какая-то, может быть, у меня гены не такие. Но только я Сережу никогда не изменяла. Успокойся. Если ты так уверена, то есть только один способ доказать Сергею, что он ошибается. И какой же? Провести тест ДНК. Да это дорого, наверное, очень. Ну, деньги я найду, главное, что он согласился, и ты оказалась права. Мама. Ладно, поговоришь с мужем. Надеюсь, корона с тебя не упадет. Это был единственный выход. И я ухватилась за него, как за спасительную соломинку. Ганна вирішила не відкладати розмови з чоловіком. Але після сварки він не брав слухавки. Тож жінці нічого не залишалось, як піти додому до його матері. Здравствуйте, Людмила Васильевна. Чого приперлась? А Сережа вдома? Мне надо поговорить с ним. Дома.
Позовите его. Я не подумаю. Пожалуйста, я вас очень прошу, мне очень надо. Пожалуйста, позовите. А он с тобой говорить не хочет. Как это? Он вам сам сказал? Да, да, сам. Еще сказал гнать тебя поганой метлой, чтобы и духу твоего тут не было. Дрянь ты такая, шлюха многодетная. Да иди. А ты что здесь делаешь? С тобой поговорить надо. О чем? Я докажу тебе, что Маша и Миша — это твои дети. И как ты это будешь доказывать? Слышал про тест ДНК? Так вот, я согласна его сделать. А ты? Ты серьезно? Да, я серьезно. Понимаешь, я сделаю его в любом случае. Я просто хочу, чтобы ты знал, что я тебе не лгу, никогда не лгала. А тест я сделаю в любом случае. Потом ты уже сам решай, как тебе подскажет совесть. Ну, хорошо, я согласен. Но только смотри, чтобы ты об этом потом не жалела. Сергей не только решился на анализ, но даже оплатил его. Правда, пока мы ждали результатов, случилось еще кое-что, что едва не разрушило мою семью. Чекаючи на результати тесту, Сергій жив у своєї матері та іноді заходив провідати дітей. Того дня, почувши дзвінок у двері, Ганна була впевнена, що прийшов Сергій. Здрасте. Зайти можна? Ні. Ну, Аня, что ты как маленькая? Не бойся, не съем я тебя. Да я и не боюсь. Ну, тогда я зайду, и мы поговорим. Как два взрослых человека. О чем? Есть о чем. Да хорошо все, что ты? Хорошая квартирка. Угу. Купили или снимаете? О, гаврики. Если бы я только знала, зачем он пришел, я бы даже дверь ему не открыла. И о чем ты хотел поговорить? Даже чаю не предложишь? Старому другу-то? У меня нет ни чая, ни кофе, ни сахара. И воды у меня тоже нет. Ну, прости ты меня. Прости уже, что дальше? Ну, я ведь только теперь понял, что вел себя как настоящий трус. Если бы можно было вернуть все назад. Нельзя. Все? Ань, а где дети? Зачем они тебе? Посмотреть хотел. Все-таки они часть меня. Это мои дети. И к тебе они никакого отношения не имеют. Даже так? Даже так. Но все-таки где они? У бабушки они. А теперь можешь уходить. И веник свой тоже забери. Нам от тебя ничего не надо. Ну, Аня. Что ты делаешь, что ли? Что ты делаешь? Моя сладкая девочка. Що буде з Ганною? Чи повернеться до неї чоловік? Що буде з Ганною? Чи повернеться до неї чоловік? Толик, отпусти меня, Толик, отпусти меня, Толик, Ань, мне тут результаты. Отпусти меня, Толик, что ты делаешь? Ах ты дрянь! Сереж, Сережа! А гвоздь катится, все равно третий лишний. Да, да, ты третий лишний, иди отсюда, уйди, я тебя вижу, иди отсюда! Я уже не надеялась, что Сергей поверит мне после того, что он увидел своими глазами. Пошел вон отсюда! Я позвоню тебе. Только попробуй. Сережа, Сереженька, как же мне тебя вернуть?
вернуть. Я понимала, что сама виновата в том, что произошло. Я не хотела снова потерять Сережу. Мне нужно было срочно что-то делать, как-то спасать нашу семью и нашу любовь. Ты че сюда пришла? Сереж, посмотри, посмотри, они твои, смотреть? Сережа, ну посмотри, пожалуйста. Ты что, из меня дебила делаешь, что ли? Ты чего, Сереж? Почему я должен верить этим бумажкам, нежели своим глазам? Сереж, да ты не все так понял, как все совсем по-другому было, ну посмотри. Я ничего хочу, не хочу знать, как оно было. Я... Оставь меня в покое. Абсолютно все было против меня. А в особенности то, что детей все время рождалось по двое. Думаю, если бы я родила от Сережи одного ребенка, ему бы и в голову не пришло так отчаянно меня ревновать. С этим надо было что-то делать. А что? І знову вихід із ситуації Ганні підказала мати. Жінка порадила доньці поїхати до Києва і поспілкуватися з фахівцями, які змогли би пояснити її феномен народження двох пар двійнят. Привіт. Привіт. Вот твій фотик, як ти просила. Спасибо. Ти точно не хочеш поїхати зі мною в Київ? Ні. Ну ладно, я тогда сниму все на відео, що скажет професор, і я надіюсь, він об'яснить, що зі мною не так. Удачи тебе. Сереж, ты совсем мне не веришь? Не знаю. Я люблю тебя, Сереж. Да, я видел. Я видел твою любовь. Какая прелесть. У Києві Ганні пощастило. Вона швидко отримала всі відповіді на свої запитання. Я не розумію, чому удивлятися. Тому що дві двойні підряд – це не таке рідке явлення, як ви собі вважаєте. Ну, чому? Ну, на самом деле причин может быть множество. Но как человек, который занимается этим вопросом уже не один год, скажу вам так. Если у мамы есть генетическая предрасположенность, и первая ее беременность была двойня, то последующие беременности тоже могут родиться близнецы или даже тройни. Із клініки Ганна виходила щасливою. Їй хотілося ще раз послухати те, що розповідав професор. Та випадково, побачивши попередній запис, жінка ледь не зомліла. Что? Не может быть. Да как он мог? Я не думала, что Сергей на такое способен. Я ведь ему как себе верила. А он шпионил за мной. Ну зачем? Неужели Сергей все это заранее спланировал, чтобы уйти от меня? Повернувшись до рідного міста, Ганна відразу ж пішла до Сергія. Жінку душила образа. О, привіт. Заходи. Ну, як ти з'їздила? Да як ти мог? В смысле? А тебе я такого не ожидала. Ти о чому? Только вот не надо сейчас из меня делать дуру. Чего ты? Постой, я... Давай поговорим. Я не хочу с тобой разговаривать. Не знаю, что меня взбесило больше. То, что Сергей шпионил за мной? Или то, что прикидывался, будто не знает ничего об этом? Я была настолько зла на него, что готова была просто сама бежать в ЗАГС и просить, чтобы нас немедленно развели. Я еще подумала, что яблоко от яблони недалеко падает. І що Сергій нічуть не лучше своєї матері. Тепер уже Ганна уникала свого чоловіка і не відповідала на його дзвінки. Тож Сергій прийшов до неї. Ань, давай я помогу. Ти? Не надо, я сама. Давай, давай. Ань, ну ти ще довго будеш бігати від мене? Не знаю. Ну ти думаєш, що я за тобою шпіонив, да? А хто ще? Ты хочешь правду? Ну? Ну, это мама моя все подстроила. И она позвала Толика в город. Ну да. Почему-то я даже не удивлена. Ну, она мне правду рассказала. Она просто хотела мне открыть глаза на тебя. И как? Открыла? Пожалуйста, ну не обижайся на меня.
можно я вернусь? Зачем? Что за дурацкие вопросы? Я люблю тебя. Я люблю твоих детей. И давно ты это понял? Ладно. Куда тебя деть-то? На. Вот дурачок. С мамой, наверное, поругался, да? Ладно, иди домой, а мы пойдем еще погуляем немножко. Вот именно в тот момент, в знак примирения, Сережа решил взять мне машину в кредит. Мы думали, что так будет лучше для всех, но ну, вот как получилось. Стоп, снято. Спасибо. Ну как, Ань, вам понравилось сниматься? Да, тяжело, но очень интересно. Анечка, послушайте, а можно один вопрос личный? Ну, конечно. Скажите, а зачем вам вот это все было нужно? Зачем? Ну, вы знаете, если честно, я хотела, чтобы моя свекровь просто посмотрела на себя со стороны, вот, и задумалась, как она живет. Вы меня извините, но у меня просто поезд через час, мне нужно бежать уже. Анечка, спасибо вам большое. Спасибо. Очень хочется, чтобы вы были счастливы. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Все, приятно было работать. Спасибо. Все, пока-пока. Пока.